В рамках проекта «Ель Берлеге» в Кокшетау состоялась первая международная научно-практическая конференция «Татары Казахстана. История, культура, язык, литература». Ее участниками стали члены этнокультурных объединений и структур Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, представители общественности, студенты и учащиеся. Также мероприятие посетила делегация из Татарстана. Подробнее расскажет наш корреспондент Эльмира Успанова. Татары и башкиры – одни из самых многочисленных этносов в Казахстане. Около 17 тысяч из них живут в Акмолинской области. В фойе учреждения Кугамдак Келесем оформили книжную выставку татарских писателей и журналистов региона. Мы в тесном контакте работаем и на благо нашего народа, казахстанского народа. Вносим определенный вклад в межэтническое содружество. И скажем так, что мы сохраняем язык, культуру, традиции на этой казахстанской земле, ведем уроки татарского языка. Мы, объединение татар, с помощью журналистов, с помощью писателей, издали о татарах региона и Казахстана 4 книги и перевели на казахский язык выдающиеся произведения Ибрагима Низамовича Шалахова «Каламак» и «Каялярин» с помощью Ассамблеи народа Казахстана и наших спонсоров. В ходе научно-практической конференции состоялись пленарные заседания по двум секциям «История и культура», «Язык и литература». Ученые выступили с докладами. Стоит отметить, что их труды позволили глубже окунуться в татарскую культуру. По словам председателя Конгресса татар и башкир Казахстана, проведение подобной конференции продвигает в сознании народа общечеловеческие ценности, на которых в том числе отдельно остановился на недавней сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства. Государством созданы все возможности у нас, это зависит только от нас самих, для того, чтобы мы могли сохранить свой родной язык. Особо хочу отметить, что эту работу на общественных началах ведут уникальные люди, искренние патриоты Республики Казахстан и своего родного этноса. Поэтому я им всем благодарен за то, что они вот отзываются и проводят эту работу. Продолжение конференции 18 мая запланировано посещение и возложение цветов к памятнику Мусе Джалилю, выезд в курортную зону Бурабай. Напомним, в следующем году в областном центре запланировано проведение международного Сабантуя. Эльмира Оспанова, Алишер Шакубаев, Ардак Леугабулов, Кокшетау, Акпарат.